Привет, стримаши, это исследователь. Давайте яйца опять повзвешиваем. Постоянно обманывают людей, заводы. Посмотрите предыдущие ролики. Это, конечно, не дело. Это же мошенничество. Яйца нормально стоят по 70 рублей 60 десяток. То есть яйцо получается 7 рублей. И воровать пару граммов, ну, знаете, хватит уже этому государству бандитскому нас обманывать. Ну, это Синявинские в основном обманывали. И я подумал, что вот этот вот завод, видите, Волжанин. С1. С1 55-65 грамм. Коричневые яйца, не грязные, не обосранные. Часто они там моют, что ли, а в Синявинске не моют. Я подумал, что они крутые ребята, нормальные. Но два яйца тут опять не по весу получились. Так, не буду все показывать. Вот, как видите, ноль. Пять должно быть. И ничего, оно не высохло. Как бывает, говорят, высыхает со временем, но не с таким временем. Несколько часов дома пролежало. 53. Двумя яйцами обманули. Нет, как видите, нормальные. Так что Волжанин молодцы, конечно, но тоже с весом обманывают. Я думаю, специально это делают. Молодцы, что не грязные. Моют яйца и коричневые. Кажется, мне веселенькими такими. Но обманывать, конечно, не надо людей. На этом все. Пока. Слава прогрессу.